Ютуб, привет! У нас продолжение прохождения великолепного метро. Значит, мы отправляемся в пустыню. Сокали, все нормально. Ну вот, все. Это с престижной или с обычной? 3 месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Вот так вот. Так, поехали. А коли все нормально, то что на мотоцикле. Слушай, ну их же там вроде две было. Одна престижная, одна непрестижная, не? От топлива и вовсе нет. Так. Итак, что мы должны сделать? Блин, так непривычно в метро видеть пустыню. Прям не могу. Поднимай бойцов, готовимся к обороне. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. А, поняла, Мазилочка. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Чё там, кстати, по новому патчу Крест, уже... а твоя дрезина высветили страты, которые нужны. Ну, может, и потянет не быстро только, но и недалеко. Мотор ли этакого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Привет, Артём. Кто со мной говорит? Не вижу. Чисто. Чё у меня сенсой? Чё-то бедолага какая-то сенса. Так, мужчина, здравствуйте, вы из наших? Вроде из наших, раз не обращают внимания. Так, тут есть чё? Не, не вижу. Вот это что, билеты какие-то. Окей. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Да, но тут, мне кажется, лута прям будет очень плохо. Ибо пустыня, мне кажется, тут прям все собирают. О, фотокарточка новая. Открытка метро. Лол. Лол. Лол! Фух, а солнышко... Виталя такой писюшный. Откушу ему я уши. Все потому, что он писюша. Отписался от меня на бусте. 14-я база, ответьте. Ты опять выходишь на связь, мудила. Тут много лута, нужно искать. Понял, принял. Так, ну тут нету ни хрена. Так, куда идем тогда? Так, мы где? Мы вот здесь. Нам нужно идти вот туда. Окей, пошли. Какая с чая жмыхай, да, я, да. Привет, Кузьмич, привет. Куси меня за писюшу, а я тебя. Лол. Так, если что, ребята, у нас новая команда в чате. Помимо того, что вы можете кусаться, вы еще и можете лизаться. А, так что это... восклицательный знак «Лись» и облизывайте, здание, может быть, вам повезет, и вы оближете стримера. Да, но это не точно, не точно, да. А, я же скинул ВК-патч. Да у меня сегодня, короче, я не знаю, что со мной происходит. Я какая-то вообще шальная императрица. У меня то ли голова болит, то ли давление, то ли чего, я вообще понять не могу. Я очень сильно туплю, торможу и, короче, не вдупляю. Поэтому я так посмотрела на картинку и закрыла. Видишь, вроде туда машина пошла. Ты там осторожней только. А то кто его знает, чего от местных ждать? А чё, я сама пойду? Блин, ну ладно.
Шалость удалась? Нет, ну подожди, я это был вопрос, это не было там типа иди подписывайся, мне нужно было объяснение, почему ты отписался. Шалость удалась. Спасибо большое, Масмочка, с возвращением, так сказать, в волчью стаю. Но я все равно жду ответа, почему? Тебе не интересно то, что я там пишу, скидываю? Херня какая-то, да? Я прошел проверять, я не отписывался. Не-не-не, короче, я просто... У меня есть определенное количество подписчиков на Boosty. И когда идет минус один, я могу зайти в панель управления, и я вижу, кто отписался. У меня стоял ты. А ты, когда отключаешь автоматическую переподписку на Boosty, тебя отписывает и платно, и бесплатно. Там, типа, нужно какую-то галочку жать вроде, чтобы ты не отписывался. Вот. Поэтому тебя нахрен вообще отписала. Я такая спрашиваю, какого хрена? Ты вчера не ответил, потом замолчал. Я такая думаю, блин, может, я тебя обидела чем? Думаю, так чем я тебя могла обидеть? Вообще непонятно. Вот. Я задала вопрос еще сегодня. Вот. Без наезда, без просьбы пойти подписаться. Мне просто интересно, почему? Когда уже кончатся эти прелюдии, Кузь и Лис, и будет уже кекс? Ну, блин, Кузьмич, мы с тобой еще не так близко знакомы, чтобы у нас с тобой был кекс. И придется как бы подождать очередь, понимаешь? Потому что не один ты тут как бы ждешь. Главное, чтобы на меня тут никто не напал. О, здрасте. Читай ТГ, оно хотело списать с карты, я не выключала автопродление, просто карта была почему-то выбрана не та, которая нужна. А, понял. Подожди. Патч ожидаемый, минус джаз и кантри. Блин, и кто теперь? Аньку хоть оставили? Он бегал, деньги искал в ужасе. Я прям это так и представила. Плохо. Это плохо. Я еще не долутала. Там он монстрики впереди. А кто это? Тут тоже зомбаки какие-то. Кто, змея была? Ах ты, сука! Ой, мухи. Кто там? А ты пестик, да? Давай мы тебя разберем. Да кто там? Иди отсюда нахрен. А почему его нельзя полутать? Как странно. Ну ладно. Исправила, все окей. Спасибо, что сказала, иначе бы я увидел только когда ты выпустила бы новый пост в Boosty в Дискорде. Я оттуда вижу, что ты постишь новое. А, понял. Хардстил, когда 8 бит. Вот 8 бит меня интересует, потому что они мне много падают. Я бы из них что-нибудь бы собрала. Понять не могу, они вроде не нападают на меня, да? Может, тогда не стрелять по ним, раз они не нападают? Так, а чё вот это вот просто? Блин, у меня что-то так рука потеет странно.
Кто хрюкает? Не хрюкайте. Чат, вы хрюкаете? За мной идут, смотри-ка. Но они на меня только это кричат. А, и кидаются всяким дерьмом. Тише отсюда, падла. Кидается он в меня дерьмом каким-то. Блин, сюда не зайти. А! Это что за мразь? Охренеть, в лицо прям прыгнуло. Так, ну накрывает буря. Я сейчас умру, походу, да? Твою мать, а как же мне зайти туда? Вот здесь. Да, зомбаки смешные. Так, ну тут даже можно встать в полный рост нормально. Так, сдай ключ на вахту. Не, не хочу. Там не прошла еще? Нет, блин, а что ж делать-то? Что ж делать-то? О, весы эти, жесть. Да что там, не могу пройти. Нифига. Ой, а это что? Так, ну получается идем вот туда. Где я вообще? Вот она я, да, я почти дошла. Ну пошли. Там кто-то стреляется, только я понять не могу, кто. Есаул, Есаул, что? Ответьте! Как ответить? Поезд, говорю, приехал! Как слышите? Что-то тут как-то странно так. Так, ну лутать тут, в принципе, нечего. Привет, прапор. Кыш отсюда. Не могу, мне куда-то нужно идти. Да нет, я конкретно вот. А, нет, я прошла. То есть мне нужно в машину? Не ори. Мне, походу, в машину надо. Или нет? I need подсказка. Подсказка от чата.
Я не понимаю, что мне надо сделать. Здание наверх. А как наверх? Тут можно вот, вот так, но а как наверх, это вопрос. Ой, господи, я испугалась. Так, вот здесь что? А, вот здесь. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, база! Иди ты в жопу, база. Так, ну тут метро. Так. Ну получается мне в дверь стучать только. Да, мы только начали. Да все что-то долго собирались, вообще пипец. Типа мы сидели трындели, плюс я туплю жестко. Еще наверх надо, да? А что внизу? Ничего, мое любимое. У меня аптечек нет, вот говно. Это мы тут менять надо, да? Ой! Зря мы к нам сюда приехали. Я сдаюсь. Я его вырубила, не убила. Подождите. Артём, связь. О, прошла эта метель песчаная. Песчаная метель прошла. Ой, нет, подожди, стой, не то. Твою мать. Хотя, кстати, пушка ничего такая. А какая лучше, та, которая у меня, или та, которая у меня в руках? У меня вроде ничего такая. Чего там? Я, да, опоздал, каюсь. Просто поздно приехал на завод. Да я не про тебя говорю, а про всех. Типа, многие поздно пришли. Вот, так что мы тут полчаса, час сидели, втыкали. Это лучше. Она скорострельней. Блин, так и хочется пошутить про твой писюлик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подождите. Так, подождите, куда мне надо теперь? А я тут что-то так и не сделала, меня убили. Я тут что-то так и не сделал, я не поняла. Все мы скорострелы в первый раз? В первый раз, в смысле, прям в самый первый? Или в первый раз, каждый раз первый раз? В машину теперь. А, понял. Так, у него тут где-то пушка была, да? Угу. Не понял. Ладно, иди в жопу.
жесть, прапор пришел и чат сдох. Такой как вы. Аптечку бы мне, аптечечку. Это ключ такой? Ключ-ручка? О, жесть имба. Ой-ой-ой. Господи, что ж ты живой еще? Вот ты где, дружище? Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Машина-то мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. Вылазь. До встречи. Вылазь. Молодец. Ключ забрала я хоть с этого. Так, а у меня вопрос. То, что я его вырубила, не страшно же? Я его не убивала, я его просто вырубила. Я не знаю, можно ли его было там вообще отпустить. И руль какой-то странный. И Ленин такой молодой. Подождите, мне нужно карту посмотреть. Ага, ну то есть то, что я увидела. Вот оно, вот, всем вот там. Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Братва! Местные сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно! Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Ой, я не вижу. Я не вижу. Твою мать, я ни хера не вижу, куда еду. Господи Иисусе. Подожди, можно аж выйти, да? Давай, Мазилыч. Так, можно выйти. Что, может полутать вот эту вот штуку? Тут база какая-то. Кто орёт? Ну, он тут не хватается, да? Ты кто, Мельда? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришёл, да? От барон пришёл, слышка, да? Прости, Мирза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Ладно. Я
Блин, ну там же крестик нарисован, значит, там должна быть аптечка. Аптечки нет, блин. Ты управлял вселенной. Ты дал всем жизнь. Ты сделал хозяина велик, почти как ты. Дай, хозяин, сила, чтобы защитить твой раб от враги. Дай твой раб сила, чтобы хорошо работать. Дай нам всем свое тепло. Ты тепло. Кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин, тебя не взять. Иди отсюда. Нельзя туда. Помойте, не смей. Священное пламя покарает. Так, тут ничего нету вроде. Сюда нельзя. Понять не могу, что тут мухи летают? Они тут и срут, что ли, или что? Я гусь, я до тебя доебусь! Кто там? Кузьмич, Миша, здрасте. Чё, как оно? Так, дневник Старпома. И вот он, перед отплытием говорит, проследи за грузом в 406-м контейнере. Там особая поставка, сам знаешь для кого, отвечаешь головой. Головой, а мне-то что делать? А мне что теперь делать? Вечером вся связь пропала, и с погодой какая-то чертовщина сделалась. Ветер с севера задул, ласты заворачиваются. В жизни в этой луже таких волн не видел. Раскачало нас так, что часть контейнеров сорвалась и в воду. И 406-й тоже, и двое ребят с ними. А я тут при чем? Мне что, его было руками держать? Я координаты записал, все, что мог, сделал. Если им этот груз так дорог, пусть со дна достают. Понял. Давай повяжи, почему у тебя нет пугалки? В смысле, в этих самых командах у меня на донате есть пугалки. Патроны это хорошо. Вот он! Вот подонок! Ай, блин, не успела дойти, и я не сохранилась, да? По нопшке весь чат напугал, и не говори вообще. Блин, что ж сегодня за состояние такое дурацкое? Прям вообще пипец. Короче, ребят, кстати, кто пропустил, давайте я вам покажу. Это очень важная информация, я считаю. Смотрите, у меня вот тут вот есть родинка. Видели, видели, какая сексуальная? Очень сексуальная, я считаю. Ай, блин. Бандитов, если что, можно убивать. Нельзя убивать людей, которые не по своей милости работают на других. Я не знаю, кто из них бандит, кто из них нет, поэтому я всех нокаю. Так, сейчас, секундочку. Ближе. Ближе вы мои усики увидите. Не хочу показывать, я стесняюсь. Thank you.
недели он загасил лохматого. А чё? Козырно мы тут все устроили. Можно же вот так работать. Можно? Жалко, что съезжать скоро. Эй! Я думал, это манекен. Кто-то здесь еще есть? Нет? Вроде нет. Письмо вождям. Этим письмом я, Арсен Мустафин, говорю тебе, подонок, который назвал себя бароном, что теперь вождь моего народа я, а не посаженный тобой предатель. И передаю от всего народа Свободного каньона, что мы тебя не будем больше бояться и подчиняться твоим людям тоже больше не хотим. Хватит с нас, когда нас угоняют как скот и забирают в рабство наших молодых и сильных мужчин и женщин. Мы терпеть это больше не будем. Мы все оружие возьмем, мы твоих собак погоним и убьем всех. Теперь ты бойся нас, потому что мы все за свободу теперь. И все умрем за свою свободу, если надо. И твое священное пламя нам не надо совсем. Убирайся из нашего дома, а мы никогда в твой не лезли. Арсен Мустафин, президент всех свободных людей Свободного каньона. Вот так вот. Так. Ну, вроде как я всех потрогала. Не знаю, можно ли тут еще что-то потрогать. Но вроде как нет. Вроде как потрогать больше ничего. Жесть, у них тут и рыбки, и закрывачки. Офигеть, сколько. Я успела его защитить? А чё он не встает? Или я не всех убила просто? Ну, в смысле, не убила, а нейтрализовала. Там еще можно наверх подняться. Сейчас я хочу проверить вот здесь. Только можно свет, да, включить. Больше здесь ничего нету. Тут еще, возможно, есть наверху. Да, в упор на картонах, но, видимо, темно, они не заметили. Блин, мне бы очень нужен верстак и аптечки. Прям пипец. Так. Есть тут что кого? Не вижу. Вы подобрали модификацию для снаряжения. Окей. Так, давайте сохраним. А, я не могу сохраниться, потому что сохранение идет сейчас, да? Окей. Окей, окей. Так, вот можно еще выше подняться. Это верстак? А, это верстак. Господи, намолила. Спасибо. Жесть, Наташенька, привет. Привет, привет. Так, для начала нужно почистить оружие. Оно чистое. Окей, вот это чистое. Вот это чистое. Так, чисто-чисто, трубочисто. Так, получается, устанавливаем вот это. Прицел. Я думаю, мне вот этот сойдет. И лазер. Невидимый луч инфракрасного лазерного прицела создает на цели очень небольшое пятно, которое можно заметить только с прибором ночного видения.
Ну давай тебя поставим, окей. Не знаю, нахер ты мне нужен, но пускай будет. Так, компас. Значит, у меня есть вот такое, есть вот такой детектор движения. Прибор при помощи разнообразных детекторов и сложных алгоритмов обработки идентифицирует движущихся противников, однако требует практики для эффективного использования в бою. What do I have to tell? You must to tell me a page until 300, I think, and a line until 30 or 25. So, I need the numbers of page and a line. Короче, то я слышал за последние дни, этот донат прям огонь-пушка по сравнению с донатом Масмы. Что-то мне кажется, все... Что-то... Подожди, что-то мне кажется, все же там не так. А, в донате Масмы что-то не так? Не, мне очень нравится донат Масмы. И там не Масмы донат, там донат для Виталика. Ага. 152. И 16. Так, 2, 4, 6. Сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16. I don't know about what it's telling. I will never forgive you. Why does the Mona leave me? I don't know, it's maybe you don't forgive someone, or someone don't forgive you. And someone, or someone asking why does the Mona leave him, or you asking. I don't know. So, it's a question. But anyway, someone... Does not forgive someone. I have so bad English, I'm so sorry. Так, ну давайте попробуем детектор движения, да? Вот это нужно починить. Окей, и обязательно сделать аптечечки, пожалуйста. Аптечечки нужны. Спасибочки. На максимум собрали. Какие-то горящие патроны, что ли, мне появились. Я же говорю, что включу душнилу. И сказал свое никому не нужное мнение. Не, ну я же сказала, говори его. Значит, мне интересно, что там и как. Ты еще пропустил? Я здесь включала кусочек для водки. Блин, давайте... Ой-ой-ой-ой-ой, Илья, что это такое? М? О, это что, снуперская винтовка? Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Так, давайте аптечку юзнем, окей. Ну это, блин, я понять не могу, это калаш переделанный или это пестик переделанный? Ладно, давай тебя разберем, просто обвесы получим. Ой, сейчас чихну. Ой. Жесть. So, Nicholas, did you love... did you like your name the donation? Or it's so-so? Здорово, Лакич. Так, что мне нужно? Так, тут пусто, тут мы уже все полутали. Здесь что-то можно посмотреть куда-то. Это можно потрогать. А вот здесь что? Как обычно, ничего. Мое любимое. Да, спасибо. Идем еще наверх. Господи, когда ж тут конец-то будет? Николас.
Николас, my sweet baby, Николас. Да, Шулечка, привет, моя хорошая. Ой, ты что делаешь? Сказал, рубил. Раб взял топор, рубил. Долго теперь рубил. До утра рубил. Кто есть такой? Непонятный мырза. Не знал такой мырза. Новый мырза. Плохой новость. Старый мырза. Плохой новость. А, их нельзя никак освободить. Не хочу, чтобы они тут работали. Давай, мне их жалко. Металл топорами, блин, фигарит. Короче, Николас меня не слышит. Мне нужен фидбэк. А он мне его не говорит. Напишите ему кто-нибудь сообщение, кто там на английском фурычит. Спросите у него, нравится ему донат его или нет. Раз он меня не слышит. Так, вот здесь мы были, да? Пиво пили. Здорово, мужик. Здорово. Здорово, здорово. Блин, такое ощущение, как будто я не всех тут за это самое. Не всех потрогала. Ну, ладно, поехали дальше. Смотрю, ты лайкнула скрин. Да, я покушать навалял вкусняшек. Краковская колбаска с гречкой, жареными яйцами в приправках и винегрет. И сплю свежий огурчик. Блин, кушать захотелось. Как тут у вас успехи? Да, потихонечку. Вот, играем здесь, чилим, расслабляемся. Ой, господи, как светло, ни хрена не вижу. Артём, новое задание. На связь вышла местная жительница, Кюль. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Спасибо большое, Рейдерюшечка. Конец связи. А ты что, уже закончила, да, что ли, стрим? Блин, ни хрена не вижу, куда ехать. Так светло. Так, ну вроде я приехала куда надо. Драная, говорит. Ой-ой-ой. Так, ну тут я проехаться... А, нет, могу. Горячо, да. Ой-ой-ой. А почему я не могу его ударить? Его убивать надо? Вроде же не надо. Чувак, не надо, не трогай меня. Я мирная. Блин, а я не сделала себе еще одну аптечку. Ладно, пофиг. Где он? Противник! Вот! Шокер, братва! Или здесь всех надо убивать? О, да? Жесть. Спасать никого не надо, а это людоеды. Да? Блин. Просто коси и все. Блин, я просто не понимаю. Я их не могу оглушить. Вот в чем прикол. Я ж тут никого не убиваю. Ну, стараюсь. Вот.
Нормально, лагерь, нормально. И подожгла, сука! И больно как! Ой. Поняла, там какая-то женщина всех куда-то заманила. Это та, которая попросила помощи, да? Чужой! Шухер, братва! Братва! Сюда давай! Ай-яй-яй-яй-яй. Да, блин! Вы понимаете, это вы, может быть, разбираетесь, кто бандит, а кто не бандит. Я не разбираюсь. Для меня это просто все люди. А у меня, типа, есть... Как это называется? У меня есть... свои правила. Я монстров убиваю, людей не убиваю. Хотя в прошлый раз мне сказали, что монстров тоже не надо было убивать. Ну, бывает. Стреляют, стреляю в ответ. А, ну, логично, да. Что-то Николас даже Райдер не ответил. Походу, отошел куда-то. Ай-ай-ай-ай-ай, да отойдите от меня, вы! Николас. Don't ignore me, please, my Николас. Так, моя попытка номер 5, да, уже? Так, пускай они сгорят. Я потом их облутаю, пойду дальше. Добрая девочка Эля. Нет, не то. Где его пушка? Не могу, я туда иду или нет? Да, вижу, точно. Но задрало уже шарь. Что это?
Подозрительно. Надо посмотреть. Здесь. Ну, падла, ловушек натыкала. Спросим с твари этой закаты. Да идти-то надо. Так, ну вроде норм, да? Пока что... Ой-ой-ой! Ага, чуть в ловушку не наступила! Найсю! Так, а куда дальше-то идти? Сюда? Да не, вряд ли. Тут... А, во! Нихера не вижу. Ладно, короче, когда они говорят «шухер, братва, чужой», можно уже спокойно с фонариком ходить всех гасить. Домашнее задание. Задонатьте, пожалуйста. Чат, сдаем ваши домашние задания. Привет, Випсти. Я перепутал с другой Локой. Так что, тут не убивать этих солдат, что ли? Ловушек натыкала. Спросим с твари этой закаты. Что это у нас тут? Еще раз прочитай, я не могу так высоко... О, напиши, я не могу так высоко прочитать. Ау. Ау. Жесть, самый старый этого чата, этого канала. Добро пожаловать обратно в волчью стаю. 75 месяцев в волчьей стае. Добро пожаловать обратно в нашу волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Важнее от стримера, чуть капли, снижи смайлик. Мне тебе слюняло. Короче, бандитов можно убивать, рабов нельзя. Да откуда я знаю, кто из них, блядь, бандит, кто раб? Ну ты чё, ку-ку? Как он меня увидел? Я их не различаю, да. Фонарик у меня потускнел. Так, надо еще раз сохраниться, чтобы я это место точно прошла. У меня нет сегодня беда на компе, что-то с телефона пойду смотреть. Ну давай. Вроде детектор пищит, но я не понимаю, куда, где, кого.
Сам застрелю! Опустила моя лифтна! Всех не перестреляешь, падла! Хоть один, но почему не перестреляться! Чёрт, старина! Шевелись! Вперёд! Поджимай её! Вот же лава! Поторапай! А лохматый фигур! Поймайте, Сэйзе! Вас они вали! Что, самому... Мать твою! Помощь мне пришел! Сейчас вас самому совсем быстро убивать будет! Собака! Где же барон? Почему не пришел еще? Обучай, шайка! Так, надо их сразу лутать, потому что я потом потеряю их. Так, а еще надо похиляться. Кто? Ах ты, сука, я тебе сейчас глаз на жопу натяну. Так, это нормальный вроде. Так, где там следующие? Или боксерша? Ну а как еще, типа? Ну если я их реально не различаю. Я их различаю при свете. Это да. Где он делся? Так, весь собака добьем, чай пить будем. Чай пить будем. Ах, как хорошо, чай. Никто нет уже. Сюда иди, да? Сюда иди, да? Сюда иди, да? Манда, сызалати. Жесть, я думала, он меня Мандой назвал. Ну, вроде нет, вроде не назвал Мандой. Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Дверь бекину. Ты стой, я лифт опущу. Так, а что тут есть, что? Так, ну вроде больше ничего не вижу я. Это бандиты, они стреляют, другие просто топором рубят металл. Их не трогать. О, это лифт. Жесть, великолепный какой лифт. Привет, Килатив. Ну, пока, Килатив. Ты Артём, да? О, какая-то красивая. Проходи. Кто убил Мунайбай, мой друг? Блин, слушай, я ради тебя могу Аньку бросить, хочешь? Мунайбайлер, народ гюль весь кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунайбайлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо... Пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный.
Но у тебя выбор нет. Так, мне нужно аптечки сделать. Так, почистить пушечку надо. Так, ну вроде все сделала. Что хотела сказать? Блин, что-то хотела сказать, я забыла. Что бы случилось, если бы я здесь всех начала мочить направо и налево? Она бы мне типа не помогла или чего? Мне бы пришлось самой идти искать все. Я не в курсе. Пара-ра-ра-пара-па-пам. Пам-пара-рам-парам-па-пам. Бомжур, матка, писюнятка, как твои делишки, мой миленький мальчишка? Убила бы и убила, все было бы норм. А, ну тут главное ей помочь, да? В конце бы узнала. А, понял, принял. Так, есть что? А если найду? Что-то странно, тут вообще ничего нету. Что за прикол? Никакой ни этой, ни заметки, ни ничего вообще. Только вот и фотки тоже нету никакой. Странно так. Ну ладно. Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Странно, что тут нет никакой заметки. Очень странно. Так, иду. Там. Блин, сразу вон, видите, там типа озера такие. И мне показалось, что напомнила была. Этого Конана. Море был. Так в Конана захотелось поиграть снова. Мама молодой был. Живой. Милейший мальчишка не забегает за бухлишком. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Да. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал, молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался, мама умирал. Гюль один оставался. Я попытаюсь сделать снова из этой пушки снайперку. Думаю, вряд ли у меня, конечно, получится. Ну да ладно. У меня очень странный автомат. Я, походу, какой-то свой автомат заменила на вот этот. И что-то он мне не нравится. Ну ладно. Так, сейчас мы тут все полутаем. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Вниз не пойдем, внизу видишь, пауки. Проход здесь. Туда лез, потом я.
Так, в смысле, ты же говоришь вниз, пауки. Патрончиков набрала, хорошо. Сейчас я заряжу свой фонарик. Там кайфовый валялся автомат. Где там? Что-то надо сделать или? Да. А, во. Где ты всех убила? А, ну, я уже назад, наверное, не буду возвращать. Может, я его подняла? Или нет? Не понял. Что-то у меня игра свернулась. Вниз теперь, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Так, вниз и налево, правильно? Ты его разобрала. А, вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить будет, сколько жив будет. Хорошо. Надеюсь, найду. Это Ванечка перебрался на ВПЛ-чине. Укушу я пропарюшку. Ааа, помоги, блядь! Райдер, не смотри. Евпатий Калавратий! Нормально все, нормально. Кто рычит? Так, мне вот сюда надо? Налево. Это же лево? Она ушла отдыхать, ну слава богу. А-а-а, сука, пошел нахер! Они не вылезут обратно. Ну, вылезут, скорее всего, будут нападать. Но мы сейчас это... попробуем как-нибудь подготовиться. А вот в это тебе играть не страшно? Ну, так, я привыкла плюс-минус. Так, ну это вниз идти, вниз нельзя идти. Понял. А-а-а! Блин, я испугалась. Так, получается только с той стороны идти.
сука. Господи, обосраться можно. Ты сюда подошел, мразь. Кишь отсюда, пёс. Сына. Да пошел нахер! Да блядь! Как отсюда... А что тут делать-то? А, во. Раз. У кого что есть на кухне для удобства готовки? Мама опять говорит, что ничего не хочет, а подарок выбрать все равно нужно. Я не уверена насчет этого. Мне в дырочку надо, да? Походу, да. Не, на самом-то деле это значит, что они что-то хотят, но придумывай сам, что они хотят. Так, тут больше ничего нету, да? Это мы уже пришли в этот космический бункер или нет? Господи, я проводов испугалась. Тише отсюда, я сказала, гады мелкие. Мразишь, а? Лё, ты как восстал нахрен? Ты умрёшь или нет? Так точно не встанут, по идее. Так. Вроде ничего такого нет. А почему не сжигается паутина? Во. Так, что тут у нас? Тут вроде ничего. Айден, привет, солнышко. Блин, у меня голова так и не прошла. Это пипец какой-то. Что-то с давлением вообще жесткое. У меня брат раньше часто в командировке ездил в поля, и мультиварка очень сильно их спасала. Считай, стоят в поле, электричества толком нет, только в машине. И чтобы костер не жечь, включали мультиварку и готовили все, что хотели. Они падают на спину, надо в пузико стрелять, понял, хорошо. Эля, воздушка с огненными пульками есть? Да, но пулек вроде огненных не сильно много, Ваня. Вот, говорят, еще хлебопечка норм штука, но у меня у тети хлебопечка есть. Хлеб, конечно, неимовернейший, вкуснейший, боже. Его на ночь обычно ставишь, и он там готовит тебе хлеб. Запах просто умопомрачительный, но от него толстеешь очень сильно. Но зато домашний хлеб классный. Но это для любителей хлеба.
Служебная записка. 12 января 2018. Отставить панические настроения. Предсмертную записку полковника Маркова сдать в архив под грифом «Совершенно секретно». Никто, кроме нас троих, не должен знать об этих приказах, фактически не имеющих силы, поскольку отдавший их человек покончил с собой, не будучи готов нести за них ответственность. Директивы 01 придерживаться жестко. Полное радиомолчание. Война продолжается, и мы солдаты. Даже если бы мы решили последовать этим преступным приказам, у нас нет бойцов, нет подходящего транспорта. Преодолеть 1000 километров зараженной территории для личного состава – невыполнимая задача. ИО командующего центром спутниковой связи «Каспий-1», подполковник РВ Новиков. А, я одну какую-то записку не нашла, блин. А что за приказ там отдали, вопрос? Интересненько, конечно, интересненько. Вот почему ты не сгорела? Ну ладно, в жопу тебя. Не сгорела и не сгорела. Ах вы, суки. Так. Бахни горячительного, стакан полегче хватит. Я люблю хлеб только в виде макарон. Блин, макароны кайфовые, да. Тут я с тобой согласна. Так, тут никто не вылезет на меня. Пока что всех записал. Спасибо, мазилочки. А, полегче станет. Ну, не знаю, не знаю. Артём, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Тюль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Так, а мы тут были? Мы тут были, пиво пили. Так. Утро. Это что сейчас было? Жесть, ему кто-то в затылок жахнул. Нормально. Записочки бы узнать, что тут было по истории, а то ничего никто не говорит, блин. Вы, если вдруг знаете что-то по истории, где лежат всякие Степаныч, штуки, говорите. Херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Ах, уже и не знаю, что тут делать-то. Нормально, хорошее блюдо, мне нравится. Я бы тоже такое попробовала бы. Я себе вчера сделала как раз-таки в белом соусе с этими... с креветулями. Креветосиками. Нападет или не нападет, как думаете? Падла. Ой-ой-ой. Так, подождите, надо зарядить. Белый соус это у меня обычно как я делаю, короче,
Сливочное маслице у меня от фермера, домашнее. Я его растапливаю. В нем добавляю чесночок туда. И потом я добавляю либо бекон, либо креветки. Там. Ну, у меня на креветки аллергия, поэтому зачастую я обычно добавляю какой-то бекон туда. Это все обжариваю, ну, легонечко. Вот, там переборщить нельзя, потому что будет потом привкус гари неприятный. Вот, заливаю все сливками жирными, чтобы оно угустилось. И потом туда добавляю еще макарохи, все это перемешиваю, и вообще вкусняшно, прям пипец. Ой. Сделала курочку в сметанном соевом туда сулугуни в конце. Кто? Дазик, ты чего топаешь? Поэтому. Бекон вкус креветок не перебивает. Извините. Не, отдельно я имею в виду. Либо то, либо другое. Вот вчера сделала с креветками. Но вышло не сказать бы, что вкусно. Креветки какие-то не особо пахнущие были. Нормально, вентиляция аж работает. Соответственно, можно снимать вот это вот все говно. В смысле чего? Я пришел. А, пришлепал. Ауф. Кэтноп, кэтноп. Водочка, спасибо большое за тир 3. 32 месяца с возвращением в волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении, уважение от спринера, от чатика, прикоснейшие смайлики. Слюнявого тебе. Вообще, хочу быть из тех женщин, что жрут макароны и чипсы каждый день и не толстеют. Блин, я могу жрать, не толстеть, но у меня тогда будет животик болеть. Потому что, ну, как бы такое, каждый день кушать, такое себе не очень. Жесть, тут все песком запорошило. Мы все это проверим. Че пищит-то? Какой-то такой звук странный. Странный звук. Сука, что это было? Падла. А, это просто этот зал надо пройти? Водка, водка, налим еще. Водка, водка, вези нас домой. Конечно, да. Ой, блин, капец. Спасибо, водочка. Спасибо за 3 восьмерочки. Спасибо за поддержку. Пойду ребутность. 5 секунд. Смотрю, минуту грузит. Странно. Ну, давай. Ты VPN там отключил. Так, ну тут ничего нету. Можно идти дальше, да? Так, подождите, надо
вот это вот. Ой, нет, не то, не то, не то. Нет, 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 нет. Теперь бы еще один рубль. Лол, реально, одного рубля не хватает. Я без VPN сижу. Это да странно, да, что подгружают. А видели, кстати, в Южной Корее отключают Twitch? Кекве. А, сука! Кошак, сюда, блядь! Мраса! Вот гнида! Зоня-то, блядь! Да Зоня-то ты, сука! Ты на пузико лягешь? Все, лежи. Чего там, чего там, чего там? Токсикоз начался, остальной организм отвергает, муж нормально питается. Вот блин. Вот блин. Видел на мой дре? Чего видел? Донатеры, не забудьте к одному рублю добавить сзади 5 нолей. Ничего себе! Ай, чего такое, Эйден? Чего ругаешься? Так, подождите, мы сейчас туда еще придем. Анализ снимков. Анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы, но поскольку они оседают на дне и мало воздействуют с экосистемой ниже по течению, экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенно благоприятный прогноз на десятилетия вперед. Если же вода прорвется, она принесет с собой тысячи тонн радиоактивного ила, после чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. Я про то, что Twitch вырубят в Южной Корее, да. Но там, типа, уже эти самые, там то ли власти, то ли кто сказали, что мы, типа, для стримеров другую найдем эту площадку, где они смогут стримить. Так. Тебя нельзя лутануть, да? Так, это что? Ой, здрасте. У тебя есть меч? Меч. Большой меч. Ставь его в мое приемное гнездо. Спасибо, Мазилочкин, за 25. Мурда, ну поехали. О, 69 мазилочек, норм. Норм.
А что я у него взяла? Какую-то книженцу, и мы ее так и не прочитали. Что за звук был? Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить в Сюль в этой норе, не может быть речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем. Фото? А, фото, точно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Гюле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Эх. А, это мы нашли фотку для Гюль, правильно? Это вот ее мама? Походу, это ее мама. Ой-ой-ой. Так. Ах ты, сука. Я буду за тобой бежать на край Суэта. Суэта. Помер. Здесь помер. Так, теперь второй. Где второй? Где второй, сука? Откройся. Он нападет, и я буду орать. Что, пойдем по этому самому, по вентиляции? Пошли. Там сейчас страшно будет. Я не смотрю, не смотрю. Как понять, куда тут идти? По очереди, мразы! Ах ты, мраз. Ладно, потихонечку двигаемся. Блин, меня в жопу жахают. Шли нахрен. Моя жопа. Это для корейцев, а кто там смотрит русскоязычных стримеров на Твиче? Не, как бы, я просто говорю, что вот так вот сделали, типа, ну, вполне может быть, что и у нас такое будет. Лифту должно хватить. Если уже нашел карты, жди. Так, ну что, поехали. Нам что-то нужно найти, я так понимаю, да?
Ну, самолетик. Мне вот, кстати, интересно, смотрите. Видите вверху надписи? Они на русском. У иностранцев здесь надписи тоже на русском? Или они им сделали на английском? Так, это тупик. Нету ни одной, охренеть. А, нет, есть. Автобусы пустые. О-о-о. Так, все получается, карты достали, уходим. Командный пункт, что ли? Последние приказы. 5 лет с последнего сеанса связи с командованием. 5 лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание, ждать инструкций. Пайки сокращать больше некуда, и тем не менее запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету. Ресурс техники и силы людей на исходе. Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс. Времени у нас осталось немного. Экологическая обстановка снаружи ухудшается с каждым днем. Спутниковый мониторинг позволяет заключить, что уровень радиоактивного заражения местности превышает все спрогнозированные сценарии. Пересчитать относительно чистые зоны в северном полушарии можно по пальцам. Ближайшее более чем в 2000 километров от нас. В сложившейся обстановке я не могу более нести ответственность за личный состав. Последними моими приказами будут нарушить директиву 01, выйти на связь с правительственным комплексом в Ямантау и потребовать дальнейших инструкций, соответствующих сложившемуся положению. Второе. Если в течение 3 суток таковые не будут получены, покинуть центр связи и пробиваться к ближайшей чистой зоне. Это 2500 километров, и я не представляю, как их преодолеть в сложившейся обстановке, однако добраться туда – единственный способ обеспечить выживание личного состава. На этом я слагаю с себя полномочия, бывший командующий центром спутниковой связи «Каспий-1» полковник Макаров. Так, вот оно что, Михалыч, жесть. Ромозавр, здравствуй, солнышко моё. Как твои дела? Так. Трогаем. Потрогали. О. Слушаем. Теперь, когда у нас наконец есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, были беспочвенны. Особенно досталось в Москве. По новым данным, жить там теперь попросту невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Мам, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я нарисовала! Вот! Какая ты молодец! Старший научный сотрудник Акимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Юль. Нельзя сюда. Пойдем, там все покажешь. Пока мы ждем, прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Короче, они все соблюдали правила, все... руководствовались какими-то директивами, и по итогу никто ни с кем не вышел на связь. И я так подозреваю, что здесь уже и врагов никаких нету, они до сих пор воюют непонятно с кем. Потому что не знают, что нету у них хрена. Никто не поддерживал ни с кем связь. Сегодня выходной, ой, отдыхать будешь.
Спасибо, 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 да. Так, вот это вот. Пугаем. Шесть. Я подумала, донат пришел. Как же байтит меня этот мем. Ой. Там орут какие-то тварюки. Да, толкается еще. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим! Блять, куда бежать? Ой, надо надеть этот. Так, а куда бежать-то? Карта работает? Не работает. Что это было сейчас? У меня плевался кто-то. Никуда выживай, понял. Да, блядь, в меня плюется кто-то! Пошли нахер! Да хорош! Крысы вы, подзаборные! Если бы они выполняли бы домашнее задание, там бы было бы не так обидно, это да. Свет они не бросятся. Спасибо, братан. Спасибо. А чё, это? Чу-чу. Ну, потрогайте что-нибудь. Ага. Карта у нас. Так что осталось отвезти полковника на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучи. Здорово, Слава. Мунайбайлер много поход ушел, почти весь. Так, а мы вот тут были? Тут, вы бы уже мертвы. Вроде были. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунайбайлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал.
Там дорога в порт на западе. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Барон. Мой народ сам выбирал свой судьба. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Странно, я думала, девка с нами поедет. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артём. Удачи пожелать. Давай, Артём. Хорошей дороги. Беги, пожалуй, Артём. Позже подумай. Блин, тут даже сидушки нету. Бедная жопа Артёма. Так, что, прямо ехать, наверное, Анна, надо будет, да? Это Анна. Чёрт, я рядом с портом. Слежу за основной дорогой. Активно. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал.